парк действительно большой, действительно один из самых лучших в Хургаде. Не зря сюда люди из других отелей приезжают. Стоит это $30 за человека. А имея тур в Джангл Аквапарк, естественно, вы за него ничего платить не будете. И будете здесь купаться все время, сколько он работает. В обед есть перерыв небольшой. Проводятся тут мероприятия по сервису аквапарка. И можно после обеда дальше продолжать купаться, наслаждаться аквапарком в полном объеме до 5 часов вечера. Бар, естественно, тоже закрывается тогда, когда закрывается аквапарк. Это детская часть. Детская сторона аквапарка. Горки стилизированные под слонов и разных морских животных. Сейчас уже, ну, там дельфины, пингвины. В столиках есть вот такие штуки, сюда можно стаканчики ставить. С другой стороны. А, еще фишка, маленькие шезлонги для детей. Это вообще, я еще ни в одном отеле такого не видел. Тридцать две горки. Целый город, там шопинг-центр. Здесь ресторан, но он не работает. И здесь вот как раз туалет есть, аптека, аквашоп для тех, кто забыл купить маски и прочие вещи. И медицина, клиника. Если кому-то нужно, вдруг, не дай бог, придется, вот, пожалуйста, сюда можно обращаться. Это детская часть, вот она идет. Здесь небольшие горки, невысокие. Разные аттракционы для детей, для самых маленьких, для чуть-чуть постарше. И все это плавно потом переходит в аквапарк уже для взрослых. Разной степени сложности, по разной, так сказать, по разному уровню страха, который ты испытываешь, когда попадаешь на эту гору. Аквапарк окружен вот таким каналом. По нему можно плавать. Там он переходит в бассейн. И там дальше он уходит и пошел по кругу. Окружает саму территорию аквапарка.